Снова привет. Мы снова начинаем. Дивизион. Мы начинаем ДБЗ. Для чего? Так, первый у нас минус Blood Covenant. Долит хлебушек. И это минус руины. Большие карты разлетаются, как щепки. Так, нет, Molten Fall будет. Вейл. Юля сейчас подойдет. На секундочку. Пришлось ей отлучиться. Что там? У нас дальше пошли баны. Минус Blood Run. Я на месте. Molten Veil. Отлично. Опять Molten Veil или я на той же катке? Ну нет, Molten был на предыдущей карте на предыдущей игре у Маши. Вейла не было. Вторая карта у них тогда была Авокин. Провизором. Так. И последнее. И побрали все-таки. Инсомния или Авокин? Выбор за хлебушком. Ну, интересно, что он выберет. Оставляет Авокин. Сразу минус строки пикер. Ну, можно флешку тогда выбрать в поле. Будет флешка от Маши. Сейчас посмотрим. Нет. Вайзер. Да. Хочет на Вайзере, значит. Вай! Вайзер, говоришь, да? Вай, какой зар! Выбор хлебушка. Хорошо, тут еще Галену, Анарки, Афину, Галена. Дальше у нас Вейл. Минус Никс. Это бан на Авокин, что ли? Нет, вообще, наверное, она знает, что хлебушек играет Никсой. ДК. Вперед хлебушек. Ты меня слышишь, да? Меня слышно? Да, да, да. Слышно, я себя слышу. Ну что, оставляет табуретку. ДК забирает. Маша возьмет Айзена? Да, Маша взяла Айзена. И остается Авокин. У нас еще Рейнджер Биджей есть. Сейчас будет бан. Афину может взять Маша, мне почему-то так кажется.
Флешку, но вряд ли. Ты почву там подготавливаешь? Ага. Так, хлебушек задумался на Авокине. Раз, два, три, четыре варианта я вижу. Даже пять вариантов я вижу для Маши. Так что хлебушек. И все они плюс-минус хороши. Два прям очень хороши. А еще один вариант для Маши, что она сказала перед игрой, что ей как бы поскорее надо доиграть. Не томи хлебушек. Две карты будет, да, хлебушек подтянет время. Как будто ушел куда-то. Хлебушек, где там бродишь? Минус Афина. Ну, не, Афина в эти пять вариантов не входила, значит, или Слэш, или Дум, или Рейнджер, или Килл. Биджей. Да, Биджей. Не угадала. Не, Биджей я говорила еще на прошлой игре, что Биджеем хороша Маша. Mm-hmm. Я думала, что она попробует Дума взять здесь. Она на Думе в самом начале играла. Mm-hmm. И вот, килл. Ой. Это прям интересно будет до третьей карты дойти. Не знаю, желать ли им три карты, но я бы посмотрела. Значит, первая карта Молтен. Они играют на Осло. Вайзер против Галены. Let's go, шнели, шнели. Так, Галена есть? Вайзер. Вайзера не видно пока. Есть. Да. Ready? Я думаю, ready. Маша, ready. Все. Все готовы? Let's go. Погнали. Хлебушек очень жесткий. Да. Жду интересную игру от них. Дайте привет. Привет, Даша! Тут или играет Даша? Маша! Интересно, за кого пришла болеть Дети? А где Скаржик вообще? Он что, в бане, что ли? В смысле, в какой бане? Ну, он любит по баням ходить. А-а-а. Его знает, не отчитывался. За меня, наверное. Шал микрофоном, извиняйте. Угадайте. За Машу будет Даша болеть. Готовьтесь к бою. Ну что, готовьтесь. Мы с хлебушка начинаем. Раунд. Давай, хлебушек, фоллоу киллер. Погнали. Две. Посмотрим бой на Галену. Интересно. Тоже интересно, почему здесь? Ну, мину поставил. На урон. На урон поставил ее. Слышу. Маша там забрала. Странно, что хлебушек не забрал там часики. Все, остался триболтик. Машинка не берет машинку. Маша услышала его. Забрала хэвик. 93 неплохо залетает. Привет, коконат. Ну размен айтемов. Попытался хлебушек через слот пролезть.
Не держит. И прошло. Мега 4 секунды. Маша успевает прибежать сюда. Нет. Будут прострафить. Дает штраф. Mm-hmm. Второй ТТ у хлебушка. Запомнил он, что она собирала часики в тот раз здесь. Хорошо, да, собрал часы тут. Услышал. Ой-ой-ой! Опасное место здесь. Вот это подловил ее. Она его подлавливала, а подловил он ее в итоге. Минус тотем. Нет хлебушек здесь хэвика. Она забрала. Там уже и мега все. Все отдал. Нет. До сих пор нет. Прикинь, все. Уже оставайся здесь. Хэви первый. Пытается фотку закинуть, не с плефом. Можно было бы от этой, от арки с плефом. Минус хлебушек. Должен Потала. Сейчас быть. А вот и не очень-то он и минус. И все, и Маша, надо валить. Нет, Маша, не выходи, пожалуйста. Эх, не дождался чуть-чуть хлебушек. Так, Маша две аптечки там вставает. Риса здесь зря была. 1-0 в пользу хлебушка. Размачивай счет. Там у нас в чате, я смотрю, какие-то скандалы, интриги, исследования по поводу, кто украл Катю. Прикольное выражение «ворую во благо». Надо запомнить. Все, наверное, так говорят. Так, тотемчик. Интересно. Поставлен тотемчик практически в открытую, на самом деле. Мне так кажется. Я вот не знаю, насколько... Ой-ой-ой, опять Маша стоит задом. Один в один, как наверху, возле шоги. Да. Что, Маша тотем должна была увидеть сейчас там. Разрушила. Куками играет. А нет, не разрушила. Просто он как-то резко выходит. С тобой. Ага. Так, почти пол игры, почти пол карты. И размеренная такая игра. Да, хлебушек что-то зааккуратничал. Осталось 5 минут. Но не торопит события. У меня сейчас так лагает капитально. Не знаю, как у меня не, нормально вроде бы. Вот я сейчас на стриме пересмотрю. Ой, 90 там... залетает. Все четко, здесь очень четко. Мега замашивает, Рокки Джамп на ракету сюда выходит. Ой, хорош. Хорошо попадает в сотку. Будет вырываться, но хлебушек пойдет. Отходим. Хилиться. Нету часики. Есть часики. Замашивает полностью контроль, но фрага пока ни одного нету. Хорошая рельса и как-то повернулся так задом. А он еще увернулся, он, ну, мансил, он понимает, как понимал, как она стрелять будет. Шел покушать, сейчас вернется за тем лайтиком. У меня очень лагает игра, прям жестко. Наверное, из-за Осло, из-за сервера. Потому что у нас все нормально.
Интересно, хлебушек. И харица. Трав на миге дает. Плюс бэки будет, уже все. Да, да. Он будет так играть. И это мне напоминает любимого с кажиком мимикрию. Не допрыгивает Rocket Jump, Маша. Плохой Rocket Jump. Очень отсюда нельзя выходить. Но... Выживает. Он ее просто откинул. Не прыгай, Маша. Держит еще хлебушек. Но тотемов нет совершенно. Сейчас будут. Много урона наносит нашим пулеметом, хотя бы добить. Добиваем. Маша хорошо накидала ему. Тяжело понять, сколько осталось у Галены. Да. С учетом этих всех. Мимикрировал хлебушка. Как похоже они стреляют из машинки. Не держит. Хлебушек надо отходить. Тотем готов, сразу же выставляется. У него не видно эти тотемы. О, Маша должна классно, убивать. Да. Нет, хлебушек успевает убежать. Это Маша здесь, почему он ее встречает? Это хп всего лишь. Позиция мимикрии была занята, на случай чего. Видишь, опять у него нет тотемов вообще. Ну да. Я думаю, это из-за того, что Галеной не наиграно у хлебушки, у хлебушка много. Но это стандартное. Даже тотем... О, хорошо. И выходит добивать, не успевает немного. Выпал Томаса. Маша в этот раз хорошо разыграла. Добивает телепорт, хлебушек. Но... Может, стоило что-то... Маша. Стоило ему что-то в спину дать перед тем, как выходить в телепорт. Чёрствый хлеб, пишет Даша. Осталась одна минута. Должна была слышать, что он с рельсой стоит. Так, ждем фраг престижа от Маши. Остается всего 40 секунд. Давай! Есть. Ох, самоубийство. Камикадзе. Камикадзе! Нет! Фрага так и нет. Да, да, это самоубийство было. Как она поддерживает хлебушка, как хлебушек поддерживает скаржика. Вот сейчас это есть как? Реальный шанс. Ну, до последнего. Все, нет шанса, опасно. Ой-ой. Есть. Молодец, аскеза. Фраг сделал, ДД. Ее скаржика Гулин тоже поддерживает. Да, не сомневаюсь. Я скаржика, более того, поддерживаю. Не всегда, конечно. Но часто. Так, Маша просит сервер другой. Да, сервер. Сейчас посмотрим, это... к чему мы придем. А в случае другого сервера были какие-то варианты у ребят? Да нет, вроде на Осло остановились, но сейчас в чате будем переговариваться. Ну, он просто без поддержки что-то совсем хиленький, а если поддержать, то попроще уже. Так, ну что, мы по серверам решаем. Вы видите сервак? Говорит голос из Мегамурчика.
Ничего не пишет. И хлебушек тоже. Бит говорит Крисмас. И я согласна с ним. А чё с Кеза во второй группе? Я помню, видел, как с Нуева она на равных дралась. Но потому что Маша очень редко играет. Она не тренится, как ребята, например. И так она сказала, что эта группа для меня очень сильная. Она там по вечерам, если удается, у нее ТДМки погоняет часок. Другое все. И то бывает такое, что неделю не заходит. Ну, каждому свое, но зачастую интереснее же играть с более сильными соперниками. И, кстати, как она, Маша... На туриках люди апаются зачастую в плане дела, поэтому, ну... Можно начинать играть в более сильной группе, и со временем, пока будут идти игры, подтянуться еще на уровень. Не ешь микрофон. Этой группой. А вообще, Маша практически все турниры, все дивизионы играет практически всегда без разминки. Вот заходит и играет сразу. Это сейчас она играла с суровым провизором и чуть размялась. Так, со скеза начинаем. Follow killer. Погнали. Классический будет. Ракеточка. Активный здесь этот. Опа, Карла. Ой, как она. Через урон заходит. Молодец. За броней. Попала. Не залетела сладко. И рельсы нет. Рай не залетела. Строго хорошо. Но мало. Блин. Ааа! Телефраг! Телефраг! Литейки. Давай, давай, давай! Обтелефражился немножко. Обтелефражился. Рельсы нет до сих пор. А, есть! Шогу! Давай, добивай! 2-0. Надеюсь, 1-1. Слышала джампад. Я только заметил слона в углу. Это что, москита? Почему слона? Что-то я не понял. Ты от выражения, что и не заметил и мошку. А, как обидно! Добивай. Минус. Должна добить, добивай этот кеза. Быстро, быстро надо думать. Давай, давай. Лайтик один. Мега, рокет джамп. Умница. Пешка моя девочка играет. Мегу. Красиво. Это стоит на хлебушку, много урона хлеб получает. Еще минус 90. Шога. Молодец. Нет, не добила. Блин, на лоу хп хлеб уходит. Ай-яй-яй, руки джамп. Что-то он совсем не отреагировал. Сейчас снова будет мега. Тихо, так, не пугайся. Так, вышла подъем. Ракету. На хэвик, быстро. Все. Все, она услышала, где он. Но не поняла, походу. У Маши контроль. О, как хорошо выходит в огонь. А я не слышала, кстати, Хлебушек молодец. Я слышал, кстати, обилку. Я его думал, что-то зазвучит сразу и разобрал. Это, оказывается, обилка была. 24 хп всего у Маши. Зря упала. Отдает хэви. Да. Зря. Лайтик и внизу лайтик. Да ладно! Хэвик он не взял! Он не забрал хэви, офигеть! А шо за подарки такие?
Сильвер, привет. Ну что, что ли, попахивает тремя картами, но хотя еще играть секундомер. Почти 7 минут. Впечатляюще. О! Чиркануло по плечу, просто пиксель бы правее и было бы мимо. Хлебушку удобно играть на ДК? Или он взял так, чтобы Маше не достался ДК? Ой. Не знаю. Давай, вот это не сильно сложный персонаж. 13 кп у Маши, вот она умирает. 7-1. Смотрим за хлебушком. За ним мига. Будет ли Маша отдавать хэвик? Она не любит такие делишки. Ну, очень много она получила. Ей надо отходить. Нет, только не туда. Тихонечко, тихонечко. Врывается хлеб. Очень хорошо, очень вовремя. Так, мегаза Машей. Хэви вот-вот появится. Табуретка установлена на выход из телепорта. Хэп идет ее ломать. Другое место уже ставит. Хлебушек уже знает. Но он тут услышал, было слышно. О, хорош. Когда он на ракете находился. Маша зря зашла. Ой-ой-ой. Спасла. Мега спасла. Да, 7-3. Все, ей надо аккуратнее играть. Все, это ей нужны минут. Фраги. Как говорит Маша, ей пора вспомнить эту фразу. Хэви оставил хлебушек. Почему-то. Наверное, не успел заметить. Ракет 0. Ребята в чате иногда забывают, что здесь все-таки квакерши сидят. Девочки все-таки. Несмотря на то, что игроки. Фильтруйте. Базарище. Ой-ой-ой-ой. Одновременно, кстати, айтем, а когда это стало так? Вот на предыдущем круге. Маша будет хэви контролить. Нет. Хорошо, отмансил от ракет, много урона и убивает. 7-4. Ну что, у хлебушка есть шанс сравнять, как минимум сравнять счет. Потому что похоже на камбэчную. Два фрага такие уверенные были последние. Все, 3,5 минуты. Ну, тут можно. И фрага сделать. За 2 минуты даже можно 3 фрага здесь сделать. Ну что, поменялись ролями. Теперь Маша от плюс бэка играет. Слушай, ой, вышел на ракету. Не долетает. Огонь слишком близко был запущен. Ну, не Маша. Стоит. Маша долго стояла на этой позиции, ей надо было красиво. 7-5. 2 фрага остается. Хлебушка сделать. Нет, беги, Маша. У хлеба хорошо, со стеком все. Эй, 7-6, 1 фраг остается. Хэви за хлебушком, мега вот-вот появится, мега достанется Маша. Маша забирает мегу. Любайла догоняйла?
хорошо подгадал, что билкой хлебушек. Через решетку. Выцеливал, но Маша туда не пошла. Она мигу заберет, забрала. Оба айтема лежит, да, за Машей мига. Первая мига. И... Кайвик, Маше надо выживать. А вот сейчас... Это похоже на ГГ. Подожди, рано еще. Больше минуты впереди. У меня чуечка. Или ГГ, или овертайм. Или выиграет Маша, или выиграет Хлебушек. Осталась одна минута. Маша выиграет. Да. Хорош. Вдыхаем, бралась. Боберы. Бралась Маркеза. Маша вообще жесткая. Хлебушек очень серьезный. Соперник, это будет фраг. Да. Подожди еще. Еще можно сделать два фрага. За полминуты карта очень контактная, респы все очень близко находятся. Вполне себе можно форсить, растеряться по хлебушек. 30 секунд остается, мега, и сейчас он пойдет на ракету сейчас. Юля, не ГГшкой. Маша, не нервничай, главное, Маша. Да, Маша не спешит. Маша 10 секунд. По педалям вдавила. На плюс бэк. Просто. ГГ. Надо не появляться сразу, когда 3 фрага и минута в запасе. Да. А она стояла, она когда еще появлялась, она стояла. 75 рельса у нее. Нормально. 75% рельса. Мало, правда, выстрелов из нее. Маша, да, ну ты жесткая. О, а хлебушек тоже. А в чё ГГ-то у нас еще дальше играть? Третья карта, да, третья, да, третья карта, куда вы размьютили? У меня что-то посреди лагала. Все. Подождите, посреди у нее лагала. Где вроде у тебя, да, лагала? Сейчас... Да? На этой, на второй карте, где я хотела пройтись по хэви, и поэтому, и в итоге меня вниз скинуло на лайтик маленький, где рокет. Короче, что-то с интернетом, наверное, у меня стало. Ну, сейчас доиграем третью. Погнали. И... Ну, давай, соберись. А третью на ком сервере играем? Третью на ком сервере играем? Третью на ком сервере играем? На каком сервере третью играем? Франкфурт пойдет или что-то надо менять? Мне пойдет, потому что первое вообще не регало. Ни ракеты в упор, ни шоги в упор, вообще никак. А мне первое, кстати, очень сильно лагал, даже за спектакль. Хлебушек, что по поводу Франкфурта? Ну давайте Франкфурт оставим. Ну все, let's go. Настолько беда. Ну, первая, да, карта, это как-то вообще я стоп-кадром хожу. У меня были моменты, где я передвигаюсь сама, вот как это... Куска карты нет, хоп, я уже там. Ну, как-то странно немножко. Ну, наверное, что-то у меня с интернетом. Ну, ладно, давай уже доигрывать и пойдем по делам. Что по серверу, Хлебушек? Ну, оставим Франкфурт, да. Да, давай так. Спасибо. Ну, тогда мьютим обратно. Да, давай. Игроков. Удачи. Удачи. Я уже подумала, ну все, Маша выиграла. Не, две карты только было. Это как ты размьютила? Конечно, я размьютила. Прости, да простит меня Мурчик. Да ты спешишь. Так, ну Мурчик же с нами, он скриншоты делает? Делает, все он делает. Он тихий наблюдатель. Отлично. Ну что, ждем Рэдди, Хлебушек. Тихо сидит и офигевает. Такой, в смысле, разметили? Комментаторов намыло. А зато весело было, скажите. Попрошу не обобщать. Да. Если что. Ну ладно. Фу. Хэ-хэ-хэ. Так, начинаем за аскезу.
Раунд начнется через... за холокиллер. 3, 2, 1, и да победит сильнейший. Раз. Лайтик надо взять. Брать ракету. Шафт самое главное. Хорошо, Маша передвигает. Так, Маша будет контролить сейчас мегу. Хотя вот я не знаю, за кила что лучше контролить? Вот если против кила играешь, килу лучше хэви? Я думаю, да. Причем он 200 на 200 килл. Если ему хэвик отдашь на калибер, ты его там разматывать. Хорошо. Первый фраг за матри. Кидывай там по 3 просто хорош. Я лично за него топлю. Так, москита, кометь. Всем, кроме робота, лучше хэвик. Спасибо, подожди. Спасибо за комплименты. Подожди, Морчик, робот уже хэвик важнее, чем мегак. Хлеб зажарили. Хлеб зажарили. Выпало часики, Маша. Секунда, хорошо, залетает 3 болта, много урона. Риса у нее 75 на данный момент. Но она играет против... Круто. Такого толстого. Все, Маша контролит все на всякий случай. На. Нет. Не на на. Жестко. О, как Мурчик, нифига себе, то есть разные пушки, разное соотношение урона по броне и по хелам. Не знал я такого. Нет, не прыгай. Нафиг надо. Рельсы нет. Есть рельса. Почему не стреляют рельсы? Сейчас опасно. А Хлебушек убегает на лоу хп и все равно выживает. 14 всего у него оставалось на 20. Мега вот-вот появится, хэви лежит. Так, это был джампад. Куда, интересно? Где там наша у нас? А, на рельсе. Она забрала мигу и сейчас вот-вот заберет хэви. Делает дилей. Анекдот. Сидят как-то хлеб, мазик и перловка. А потом приходит кухарка. Жесткий шафт. Хороший анекдот. 59 шафт, 60... И кокос в чате. Комментатор от бога. Так, что у нас тут происходит? Это кто? Это комментатор от бога? Это подкол или это по-хорошему? Это как-то непонятно. Я сейчас не понял, Маша хочет развивать драмы дивизиона дальше? Маше надо было играть всегда утром. Ну, вот так вот, в обед даже. Ой. Опасная встреча. Да, не надо заходить вот эти вот. У нее обилка. Поздно Маша включает дуалы. На мигу. Дофига же дала. Боится Шогуту. А так с помощью дуалов этих она, скорее всего, отпугнула его. Сохранила себе стек тем самым. Сзади, сзади прыгнул. Ну что, потихоньку приближаемся к половине матча. 4-1, 3 фрага разница. Ну, для этой карты еще вполне возможно отыграть за 5 минут. Опасно сейчас, Маша. Я повезло. Изерзу трейл. Вот это зря.
пожадничала. 4-2. Ну что, есть возможность у хлебушка перехватить контроль. Отлавливает ее на выходе, но, к сожалению, мимо. Отдаст мигу, скорее всего. Много урона Маша здесь получает. Очень много. Стырила. Ай-яй, минус, Маша. Где гранаты? Без гранат разобрался даже. Кстати, гранаты, по-моему, сейчас у спеков поправили, да, Мурчик? Нет, у меня был глюк только что. А у меня было две и чуть-чуть третий. И вот он взял часик и поправилось. Ох, как рядышком да. Просвистело. Ну хорошо, хлебушек эту позицию держал. Урона здесь не получил, минимального урона. Так, штраф у нас 90. Мимо. По хлебу штраф сотка. А сейчас нет, у меня до сих пор 3. У хлебушка. Вот теперь обновилась после чатиков. Все, сейчас 3 у него гранаты. Да. Маша, обилка тоже на готове, если чё. А в том надо было там проводить не ракетами. Накидывать двери, все залетает. Много. Опасно, да. Кричит диджей. 4-4. Хорошо выждал момент, когда надо, чтобы... Не здесь. Вот это интрига. Под рельсой она. А почему хлеб не идет на мегу? Блин, отдает мегу Маша, неужели? А Маша даже не... А нет, пошла проверить. Всё, и Маша в шоке. Забирает мигу. А хлебушек забирает в сотку. В лицо. Не ракетами. Ей надо его шафтом и рельсой. Рельса... 50 у нее, а на 8 рельсов только выпустила. Хороший тиболт, второй хороший тиболт. Красиво. Решила рискнуть и потеряла. Фраг. А, надо бежать на хэви, хлебушек что-то... Контроль не очень. Хочу держать. Не, я думаю, там продумано у него. Ой-ой-ой-ой! Я уже думал настучить ему по горбушке сейчас. Гвоздями. Хороший старт. И все, и спрятался. По фрагу впереди. Остается 2 минуты. Меньше. Можно, можно сделать на этой карте за 2 минуты 2 фрага. Она должна слушать сейчас его. И газ за хлебушком. Дуала не делает фраг, Маша. Еще один фраг heavy, можно пробовать сделать. Без фауна надо стараться словить его, пока он без пушек. Так, лиса есть у хлебушка. Попадает рейл. Хэви за хлебушком. За дамагом, Маша. Лишним. Все, иди на мигу, Маша. Мигу, да, да, да. Минута! Надо ну, вообще, волосы развиваются. Осталась 1 минута. Есть. Хлебушек тоже попадает рейл. Наносит больше урона Маше, чем она смогла ему нанести. Ваут! Нет, не улетает! Ваут, он врезался в столб. Столб спасает. Ему так Хлебушка. Повезло! 5-7. Реклама, Маша пошла уже на аркаду. Хлебушек просто плюсбэчит. Нет, поздно, Маша на мигу. 20 секунд остается. Но это ГГ. Да.
Ну, хлеб молодцом. Кагнат, я видела игры хлеба и похлеще, я могу сказать. Но все равно он молодец. Да, согласен, хлеб всему голова. Хлебушек, ну ты жесткий, а? Блять, чёрствый, как гренка. Вот эта битва, она была очень тяжелой. Я очень жалею, что не могу сейчас более, как сказать, более жестко выразиться. ГГ, но это сильно было, да. Жаль. Было очень интересно смотреть за вами. Жаль, что Quake не дает или там сервера, или что, или мое соединение. Скажем так, вот всю игру в полном объеме ощутить. К сожалению, вот с Роум играли, все регало, мне кажется, ну не знаю, как с его стороны, я тоже все получал хорошо урон. У меня все регало, но первую карту вообще не регало, вторую я пролагала кое-как, не знаю, местами. Ну, третья тоже хорошая была, мне понравился Ивокин. Да, у меня под конец начались руки, начали трястись. Я говорю, я видела игры пожестче. Ты, видно, испугался. Да, не, ну Мансил, ты хорошо, от ракет Мансил и сплэша не получал от стен. И ты отходил, чтобы не получать сплэш. Ну, отыграл круто очень, на самом деле. Так, ребят, я вас... Мы играли как бы на сервере, который Маша выбрала, поэтому тут я не знаю. Нет, тут был получше, чем первый, но опять-таки, как есть. Очень хорошая игра, мне понравилась. Не, а вы красавцы. Победы, Хлебушек. Молодцом. Это конец. Ребята, поздравляю вас с окончанием турнира. Вы прям давно должны были вроде как сыграть друг друга. И вот вы прям оставили друг друга прям на самую последнюю игру. Нет, я тебя поздравляю с абсолютно первым местом, уже не в зависимости, кто как там дальше сыграет, и уже выиграл эти дивизионы. Молодец. Спасибо. Ой, Хлебушек первое место занял. Если бы Хлебушек проиграл, был бы небольшой. Первое с конца. Если бы, например, проиграл, был бы небольшой шанс, что этот опустится на второе. Там, ну, я раскидывал. Так, я вам нужна еще? Нет, всё, Маша, беги. Все, спасибо. Счастливо всё, всем. Пока, всем пока. Хорошего вечера и до встречи. Пока-пока. Всем пока, да. Так, ну что, Хлебушек, тебя с победой, тебя поздравляю. Всем спасибо. Всем пока. Молодец.